Самолет экстренно сел в Испании из-за наркокурьера. Девушке в салоне самолета стало плохо. Оказалось, что она перевозила в своем желудке около килограмма наркотиков. Самолет по рейсу из Доминиканской Республики в Италии вынужден был совершить экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажирки. Об этом сообщает ЭФ. Как оказалось, 23-летняя девушка была наркокурьером и пыталась перевезти в своем желудке больше 800 грамм кокаина. Один из пакетов разорвался, и пассажирке стало плохо. Ее прооперировали и извлекли из желудка 56 пакетиков по 15 грамм кокаина. Теперь девушку допрашивает полиция, ей грозит суд из-за попытки незаконного ввоза запрещенных средств. Ранее миллиардера с чемоданами с кокаином арестовали в Лас-Вегасе. Также корреспондент писал о том, что в ООН посчитали употреблявших марихуану украинцев. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.